Крупный форум программистов, инженеров, дизайнеров и менеджеров прошел в Гомеле. Всего 13 команд. Они работают над созданием современных программных продуктов, приложений, сервисов и сайтов. Мастерство участников оценивают эксперты, представители Белорусского инновационного фонда, общества содействия бизнесу, отечественных IT-компаний, успешных белорусских стартапов. Многое сказанного в пятницу во время большого разговора с президентом совпало с тематикой этой встречи. Если человек готов зарабатывать, хочет этим заниматься, имеет идею какую-либо, то именно в технопарке мы помогаем это все реализовать и воплотить в жизнь. Есть статистика в Евросоюзе, там в США, что около 50% это малое предприятие и предприниматели. Соответственно, вот в Беларуси мы не дотягиваем до этой статистики, но по сути уже много чего делается за последние там, 5-10 лет, чтобы как бы, подходить к этой цели. Образуются стартап-школы, образуются центры поддержки предпринимательства. То есть создаются условия для того, чтобы можно было, если хочешь там, стать предпринимателем, запустить свой стартап. Наше государство в свое время уделило очень много времени и оказало поддержку IT-отрасли. Да? И как мы видим, что вот по прошествию там, 10-12 лет с момента, как был организован парк высоких технологий, наша IT-отрасль выбилась в передовые отрасли нашей экономики. Если мы говорим про поступательное развитие нашей экономики, нашего родного государства, я думаю, имело бы смысл правительству обратить внимание на другие отрасли и где-то реплицировать модель, которая в свое время была организована для IT-компаний, перенести ее на другие отрасли. Например, я не знаю, на какие-то инженерные производства, на наукоемкие производства. Идеи участников разные, от 3D-модели городов до мобильного кардиографа. После встречи в Гомеле у носителей самых интересных из них появится возможность собрать команду единомышленников и с помощью экспертов запустить свои проекты.